Еще, если можно, да, пожалуйста, микрофон. Правда, это не касается двадцатки, но вопрос про внутреннюю политику. Да, пожалуйста. Я хочу спросить, как вы относитесь к Алексею Навальному, его деятельности, и почему вы не упоминаете его фамилию и имя, когда отвечаете на вопросы про него? Я считаю, что мы можем иметь диалог, особенно с такого уровня, как президентский или правительственный уровень, с людьми, которые предлагают конструктивную повестку дня, даже критического характера. А если речь идет только о том, чтобы привлечь к себе внимание, то это неинтересно для диалога. Пожалуйста. С такого уровня, как президентский или правительственный уровень, с людьми, которые предлагают конструктивную повестку дня, даже критического характера. Да. Пожалуйста, микрофон. Правда, это не касается двадцатки, но вопрос. А если речь идет только о том, чтобы привлечь к себе внимание, то это неинтересно для диалога. Про внутреннюю политику. Да, пожалуйста. Спросить, как вы относитесь к Алексею Навальному, его деятельности, и почему вы не упоминаете его фамилию и имя, когда отвечаете на вопросы про него? Я считаю, что мы можем иметь диалог, особенно...